Наш путь через извилистые дороги и крутой перевал Малых Кавказских гор прилегает к одному из отдаленных регионов Азербайджана, Гедабекскому району. Мы спешим в гости к необычным людям, русским духоборам и молоканам, которые 200 лет назад обосновались в этих землях. По историческим данным, в начале 19 века русские протестанты были сосланы сюда на окраины Российской империи царским правительством по обвинению в дерзости против церквей и православной веры. Они проповедовали другую веру. Их в армию не брали. Считали их старообрядцы, староверу. На них не было. Они это были молоканы и духоборы. Они отрицали крест. И когда только Екатерина узнала, что есть такая нация, которая отрицает крест, она познакомилась с этим самым и решили их выселить. Но Екатерина не выселяла их. Выселил всех их Николай I. Благоприятные климатические условия Азербайджана, доброжелательность местного населения и традиционный уклад в русских семьях, где усердный крестьянский труд во все времена стоял во главе угла, позволили крепко обосноваться на новом месте. Так на карте Азербайджана появились русские села. Наш специальный репортаж посвящен трем из них – Славянке, Новосаратовке и Новоивановке. Сегодня каждое русское село, по сути своей, является общиной, дружной семьей. Встречайте гостей! Пожалуйста, заходите, мои дорогие, милые, все вы мне любимые гости. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, очень рада, так, что вы приехали. Ну, очень рада, что вы приехали. Мы всегда гостим. Как ваша жизнь? Потихонечку живем нормально, хорошо, дай Бог. Да? Ну, слава Богу. В этом доме живет Мария Алексеевна Василенкова. У нее всегда много гостей, как русских, так и азербайджанцев. Особую популярность тетя Маруся получила после того, как ее дом во время своего визита в Гедабекский район посетил сам глава государства Ильхам Алиев. Она до сих пор не может поверить, что угощала президента и первую леди страны Мехрибан Ханум Алиеву русскими калачиками и вареньем из желтой малины. А Галина Тимофеевна Стреляева поделилась рецептом приготовления этих чудесных калачиков. Замешиваешь тесто, как называть по-культурному, на молоке. На пол-литровую банку добавляешь, разбиваешь 2 яйца, 100-граммовый стаканчик сахара, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли. Все это замешиваешь некрепко. И потом ставишь часа 3, это тесто должно постоять, чтобы было очень вкусно. И потом вот раскатываешь и начинаешь жарить. А вот так вышла к воротам и предложила им, встречаем мы вас с хлебом, с солью, с нашими национальными калачками. Заходите, мы очень рады. Они взяли по одному, попробовали. А потом все это же... тарелочки, мы приехали, мы перешли вот сюда, вот комнату. Здесь стояло тоже варенье, база и калачики. Ну, она взяла, начала кушать. А я ей говорю, у нас не так кушают, у нас вот так, пополам. Деревянный пополам. Ага. Сюда налаживают варенье, и потом будет очень вкусненько. Они засмеялись, она попробовала, говорит, да, очень вкусно. Эти воспоминания еще надолго останутся в памяти у сельчан. Ведь не каждому жителю страны удается посидеть за чайным столом с президентской четой и поговорить по душам о политике, о толерантности, о республике, где люди любой национальности и вероисповедания чувствуют себя уютно и безопасно. В некоторых странах есть проблемы, которые живут с разными нациями, а у нас нет. И на государственном уровне так, и в каждом месте так должно быть. Что все мы одна семья. С президентом удалось пообщаться даже гости из Бурятии. Я приехала к родителям на Саратовку в гости. И вот, вот приехала на встречу. Такое счастье. Ну и как там в Бурятии? Ну, там сейчас уже зима, конечно. Но жить везде. Ну, как говорят по русской пословице. Везде хорошо, где нас нету. Ну да. А как вы туда попали? Далеко в Бурятии? С любимым мужем. А Мария Алексеевна как реликвию хранит этот стакан, из которого пил чай президент.
В селе Славянка живут духоборы, последователи христианско-протестантского учения середины 18 века. По мнению историков, жители этого села являются переселенцами из Таврической губернии Российской империи. Духоборы отрицают иконы и не признают Библию, священников и креста. Они считают, что Бог создал человека, чтобы сделать его своим живым храмом, а Иисус Христос, Сын Божий, есть воплощение духа благочестия и добродетели. Отче, все на Тебе, Господи, уповаю, и Ты даешь нам пищу во благо время, отвергаешь нудное благословение. Благослови, Господи, пить и есть рабам Своим. Богу нашему славу. Они высоко чтят и хорошо помнят историю своего народа. На основе русских традиций духоборы создали своеобразную культуру, которую смогли донести до наших дней. Гостей духоборы встречают богатым столом, заставленным традиционным борщом, лапшой, соленой капустой. Борщ мы готовим по своему рецепту. У каждого свой рецепт. Ну, наш такой. Мы ложим мясо, мясо варится, лобья, картошка. После всего этого вынимаем мясо, залаживаем капусту, томат, ну, специи, укропчик, тараус, лавровый лист, перчик. Это все у нас в капусте. Ну, и раньше как, готовили мы в печках, но сейчас уже не готовим. Все на газе. Благодаря газу. У нас облегчение. Потом рогачи у нас были, все чугуны. Ну, сейчас кастрюля, все готово. Чтоб везде был мир на всей планете. Я предлагаю этот тост в лице Марии Михайловны за всех русских славянских, проживающих вне Славянки, за ее пределами. Пейте все на доброе здоровье. А после обеда принято возблагодарить Господа за неспосылание всяческих благ. Благодаря своему трудолюбию староверы практически обеспечивают себя всем необходимым. Выращивают картофель, капусту, бурак, кукурузу, морковь. Причем приготовление запасов на зиму является своеобразным ритуалом. Для храбрости это пьем. Для храбрости. Например, этой свиньи семье хватит на 4 месяца. Из нее приготовят несколько видов сала, а жир будет использован в приготовлении различных блюд. Хороша земля, мой край дорогой! Люблю тебя всей русской душой. Ну и, конечно же, фирменное блюдо – колбаса, от которой, по словам хозяйки, пальчики оближешь. Кулинарное искусство продолжается приготовлением шашлыка из свинины. Братка, снимай! Шевелись! Ну а какой же праздник без русской гармонии и танцев? Духоборы сумели сохранить до наших дней уникальный уголок исконной патриархальной России. Как и в старину, они носят традиционную одежду, украшают дома изделиями ручной работы и шерсти. А невестки, выходя замуж, чтобы показать свое рукоделие, должны выткать родственникам жениха платочки и вот такие подушечки. Уникальная певческая культура духобор причудливым образом воплощает в себе фольклор и божественные псалмы. В селах русские азербайджанцы живут как одна семья, и в радости, и в горести вместе. Стараются всячески помогать друг другу, как это делают София Алиева и Мария Дончесина, которые дружат около 40 лет. А вы друг с другом на каком языке общаетесь? Мы понимаем, все понимаем, половина русской, половина азербайджанской, понимаем. Мы понимаем. Да, да. Мы
Меня вырастила ее бабушка, у которой уже было семеро детей. У моих соседей открытое сердце, замечательный характер. И мы не стучимся в дверь, когда ходим друг к другу в гости. Староверы привязаны к родному очагу. И даже переехав в Россию, с ностальгией вспоминают о месте, где родились и выросли. Об этом сказано в стихотворении «Письме», присланном из поселка Пашковский Краснодарского края от Марии Михайловны Поповой. Скучать ты будешь по селу родному, по яблокам, что зреет под окном. И будешь рада чуду дорогому, когда во сне родной увидишь дом. Скучать ты будешь, я ведь точно знаю. Я со своей позиции звоню, когда тоска мою сжимает душу. Я молча плачу и пою. В соседних селах Новоивановки и Новосаратовки живут молокане, духовные христиане, отличающиеся своеобразным толкованием текстов Библии. Они не признают некоторых православных традиций, в том числе икон и святых, не употребляют пищу свинину и спиртное, не соблюдают православных постов, признавая духовное крещение и причастие, их учение основано на глубоком познании Слова Божия. Теперь я твой, навек спасен тобой. Никто меня не похитит, ты сам Господь мой жив. Никто меня не похитит, ты сам Господь мой жив. Уклад жизни молокан очень похож на старые российские деревни. Они по-прежнему готовят чай в самоваре с использованием сапога, носят воду из колодца с коромыслом на плечах. А глядя, как готовятся замечательные пирожки с пропеченными яблоками в русской печи, невольно вспоминаются русские народные сказки. Сырые яблоки, вот что на дереве растут, собираем, режем так их, вот в такой печке сушим. Форма у нас специальная есть. Сушим, готовим, чтобы яблоки не пропадали. А потом вот их парим в горячей воде на голландке или там на чем придется, да. И начинаем на машинке, на мясорубке, пропустим их, сюда песок пускаем, делаем по вкусу и вот начинаем печь пирожки. Объедение великолепно. Смотрите, завидуйте молча. Оля Малышева с тремя малолетними детьми, двумя мальчиками и девочкой переехала жить в Новоивановку из Армении в 1988 году. Старшие дети выросли, получили образование и работают в Баку и Гяндже. Пока помогает матери по хозяйству. Как одна семья живем здесь. Спасибо, что они меня приняли. Как вот одна семья, что нету, пойдем соседи рвем, они меня берут, вот так и живем. Соседи с особой теплотой относятся к Ольге Ивановне, помогают по хозяйству, носят воду. Она наша душа, мы всегда должны помогать друг другу, ведь и наши дети живут и работают в России. А мальчишки всегда рады появлению русской бабули. Так нежно величают ее сорванцы. Кстати, дети молокан и азербайджанцев учатся в одной школе, сидят за одной партой и вместе познают основу русского языка. Русский язык является основным языком общения, мировым языком. Он среди пяти основных мировых языков. Поэтому мы стараемся общаться с детьми на русском языке. Стараемся преподавать на русском языке, учить их русскому языку. В селе Новосаратовка свой быт и свои традиции. Например, можно по древнему обычаю размять кости и искупаться в русской бане. И, конечно же, свои секреты приготовления различных блюд. Например, блинов на молоке. А чего стоит только процесс приготовления молоканского хлеба? Хлеб ставим с самодельных дрожжей. Сами варим дрожжи из хмеля. Хмель отвариваем,
ну, отвариваем, делаем маленькими шариками, их намачиваем. И замачиваем, высыпаем муку, немножко теплой воды и ставим под бой с вечера. Утром встаем, снова сеем муку и месим хлеба. Хлеб подошел, берем, разваливаем. После разваливания ждем там час, два часа, смотря как, какое тесто будет. Или холодное, и сильно горячее тоже нельзя. Она, хлеб не пропекается хорошо, репается. А когда в нормальности все, воду, соль и все, и пекем, а потом выносим в это наше деже, наше это русское, как наши прадеды в этом делали, ну и мы по их потопству идем. Молокане хранят традиции до Петровской Руси. Трудолюбивые и стойкие духом, занимаясь скотоводством и земледелием, они создали богатые села. Вместе готовят на зиму припасы, режут гусей, готовят знаменитую на всю республику молоканскую капусту. А в этих чугунных горшочках на дровах готовят лапшу и борщ. Во дворе у пресвитера духовных христиан Молокан Николая Бычкова развернута своеобразная экспозиция кухонной утвари. Моя бабушка вот в этот чугун заправляла в печку, варила сухарницу. У ней было где-то 12 детей. И вот этот вот чугун, считай, на всех был обед. Мы находимся на молоканской кухне. Как вы видите, меня окружает старинная русская мебель. Вот, например, этот шкаф. Ему 200 лет. Видите, вот здесь находятся сердечки. По преданию, именно такие шкафы матери отдавали своим дочерям в виде приданого. И теперь я сижу на этой кровати. Этой кровати тоже 200 лет. Небольшая, уютная русская кровать. Этому шкафу тоже 200 лет. Как видите, он прекрасно сохранился. А этому свадебному комоду тоже 200 лет. И он тоже находится в прекрасном состоянии. Всей этой мебелью молокане пользуются и по сей день. Жилище Николая Бычкова – это еще и бесплатный гостевой дом. На его стенах, наряду с иконами и цитатами из Священного Писания, рядом друг с другом стоят Библия и Коран. Воскресенье – традиционный день отдыха молокан. Собравшись в молельном доме за накрытым столом, единомышленники читают священную Библию и поют псалмы. Главное в вере, по мнению молокан, это духовное единение с Богом, а истинная вера должна проявляться в каждодневных делах и смирении духа. Есть несколько теорий происхождения названия молокани. Согласно одной из них, молокане пили молоко в постные дни. Другие связывают это название с рекой Молочной в Мелитопольском уезде, куда ссылали молокан. И даже есть убеждение, что название молокани происходит от слова «мало». Мало кануло, мало по сравнению с православными. Сами молокане предпочитают ссылаться на упомянутую в Библии метафору духовного молока. В молоканской общине сильно развито чувство товарищества и взаимопомощи. И несмотря на то, что молокане подразделяются во взглядах на постоянных, прыгунов, максимистов, баптистов и субботников, это не мешает им считать друг друга духовными христианами. Эти села находятся почти на высоте Малого Кавказа, но выше нас только Бог, считают русские жители этих сел. А новый импульс для созидания связывают с визитом президента Азербайджана Ильхама Алиева в их район. Азербайджан – это родина для всех, кто живет, независимо от национальности, религии, все наши братья. И это гарант успешного развития Азербайджана. Конечно, это русские, которые живут в Азербайджане многие годы, десятилетия, века. Это достойные граждане нашей страны. Совсем недавно в этих селах с праздничной программой побывал Азербайджанский государственный театр музыкальной комедии. Он представил отрывки из оперет русских классиков и произведения Узеря Гаджибекова. Лучше меня вспоминай, да! Ты представил, ты пришли, да!
Казалось, аплодисменты не закончатся, и этот праздник должен длиться вечно. Песни и пляски, русская гармонь, счастливые лица, праздничная атмосфера и надежда на будущее.